Харизматичный тактик и стратег, талантливый полководец и руководитель. Все это о нем, легенде истории Польши, генерале Франциске Краевском. Его способностям руководить войсками удивлялись известные маршалы того времени. В умении выбирать тактику равных ему было немного. О заслугах Франциска Краевского говорят и его награды. Он кавалер ордена воинской доблести, 4-кратный кавалер Креста Храбрых, кавалер французского национального ордена почетного легиона. Эта информация доступна для зрителей на просторах интернета. А вот каким был легендарный генерал в семейной жизни, как сложилась его личная жизнь и судьба, об этом рассказывает уникальная выставка, открывшаяся в Генеральном консульстве Республики Польша в городе Бресте. Абсолютно уникальные. Не только... Абсолютно уникальные фотографии. Они представляются широкому зрителю впервые. На протяжении десятилетий историки занимались изучением личности Франциска Краевского, и за все это время у них была всего одна фотография. У нас она размещена на афише. К счастью, как только мы отыскали внучку генерала, она с радостью передала снимки своего деда нам и его первому библиографу, который тоже сегодня здесь. На открытии вернисажа о Франциске Краевском присутствовала внучка генерала Велислава Краевска. Во многом именно ее личный архив послужил основой для создания экспозиции, представить которую брестскому зрителю было особенно важно. 11 лет своей жизни легендарный полководец был связан с областным центром. Он жил неподалеку от Брестской крепости, где служил командующим 9-го Полесского округа. Снимки, которые вошли в сегодняшнюю выставку, в своем большинстве из моего архива. Мне сегодня очень приятно находиться на месте, где в свое время жил мой дед. Этот вернисаж стал для меня настоящим подарком. Я очень взволнована в хорошем смысле. Более 70 фотографий, письма, архивные документы. Все это вошло в большую экспозицию. Открыть для себя личность Франциска Краевского жители и гости областного центра могут до 6 октября, пройдя предварительную запись.